Шадринске в здании Центральной русской народной культуры ЛАД завершены работы по ремонту центральной входной группы, крыши и крыльца. Напомним, что в сентябре 2022 года для ремонта были выделены средства в рамках государственной программы развития культуры Зауралья. Финансовая помощь оказана при поддержке губернатора. Особенно нас радует наше центральное крыльцо, которое мы запланировали как небольшую сцену, на которой наши артисты могут делать концерты для зрителей из близлежащих домов. Эта практика у нас проходит уже не первый год. Мы каждое лето проводим у себя во дворе концертные программы, мастер-классы и другие мероприятия, которые так и называются «А у нас во дворе». Отметим, что в ходе ремонтных работ поменяли шиферную крышу на железную, отремонтировали фундамент здания, на площади вокруг центрального крыльца выложили тротуарную плитку, а на крыльце сделана керамогранитная плитка. Как подчеркнула Ирина Спирина, здание теперь преобразилось и стало более современным и комфортным.